идут. Так, хорошо. Наша стратегическая задача сейчас – это, конечно, полная инвентаризация всех наших возможностей с точки зрения эффективного использования лесосеки. Я, наверное, не буду оригинален, если скажу, что здесь у нас есть над чем работать, мягко говоря. У нас аренда 37 тысяч. Мы ее все осваиваем, эти все 37 тысяч. И готовы увеличить производство еще, то есть 40 тысяч. Всех, то есть мы работаем с тремя турком туристическими. Мы уже готовим новые аукционы и, конечно, постараемся, чтобы каждое предприятие, будь то Сартовальский лесозавод, Суоярский лесозавод, там, ДОК Каливала, значит, Пестомужские предприятия, да, все-таки они получили более удобную, надежную лесосеку.